Проживание, питание, школы, детсады бесплатно. В Приднестровье поддерживают всех, кто приехал к нам за миром и помощью. Все это закрепят в новом документе. Сейчас в правительстве разрабатывают проект по поддержке беженцев. Это поручение президента. В чем суть документа? Устроиться на работу беженцам у нас будет проще. Диплом, трудовая книжка, свидетельства о страховании не нужны. Достаточно паспорта. Мы прекрасно понимаем, что люди, покидающие, да, страну как беженцы, не имеют ни трудовой книжки, ни ряда иных документов. Поэтому этим законом дается возможность обрести трудоустройство без трудовой книги. Ее будет вести работодатель при необходимости, да, потому что беженец, он может захотеть и остаться здесь, а для этого ему нужен учет времени отработанного, он может потом с этими документами, да, вернуться на свою работу и тоже показать. Важный аспект связан с социальной защитой, допустим, инвалидов, да, которые не имеют возможности получать ту же систему обслуживания, которая реализуется в Приднестровье. Вот это оговаривается отдельно. Это может быть и обеспечение их инвалидными колясками, да, из поступившей гуманитарной помощи. Это и вопрос социального обслуживания, что тоже важно, и оставить без этого внимания инвалидов, беженцев мы не можем. По проекту, чтобы уволиться с работы, беженцам не нужно будет уведомлять работодателя за месяц. Сам законопроект планируют рассмотреть в Верховном Совете в ближайшее время.